Не менее 900 человек вакцинируются от новой коронавирусной инфекции ежедневно. Такие цифры привели в правительстве ЯО. Напомним, по постановлению регионального управления Роспотребнадзора работающему населению нужно было поставить первый компонент до 15 ноября. На сегодняшний день вакцины «Спутник Ви» в области достаточно, около 10 тысяч доз. Это даже при напряженном режиме работы, такой как сейчас, это хватит на 10 полноценных рабочих дней. Сейчас мы еще ожидаем поставки от министерства порядка 3500 доз. Кроме того, региональной властью пересмотрен график работы дополнительных пунктов вакцинации. Принимать желающих медики теперь уже будут не круглосуточно. В период с нуля до 6 утра приходит 1-2 человека. Но держать несколько медицинских работников из-за 1-2, наверное, все-таки неразумно. Поэтому мы приняли решение до 0 и с 8 запускаем. Но посмотрим сейчас все-таки, чтобы перевести еще с 6, поскольку первые обращения начинаются с 6 утра. Параллельно в еврейской автономии идет прививочная кампания от гриппа. По словам Валерия Жукова, темпы иммунизации от этого вируса снизились. Хотя, по мнению зампреда, можно поставить 2 вакцины одновременно. По рекомендациям Минздрава просто инъекции должны осуществляться в разные части тела. К примеру, в правое и в левое плечо. Мы несколько темпы снизили, но вместе с тем мы понимаем, что как только пройдет волна вакцинации от новой коронавирусной инфекции, нам нужно будет заниматься в том числе и гриппом. При этом заверено, вакцин от гриппа в регионе достаточно. Всего в этом сезоне в области планируют привить 98 тысяч жителей, из которых 22 тысячи – дети. Алена Шот, Денис Листюхин, Новости, 21.